Агентству известно, где я могу укрыться. Они будут искать нас. Это самое безопасное место, которое я знаю. Можно мне с тобой? Ты спрячешься, пока я не узнаю, что происходит. Ох, это вы нам звонили? Да. О, ты, наверное, Виктория. Заходи, дитя. Спасибо, что помогли нам. Эта девушка очень важна. Возьмите это. Мы позаботимся о ней, сын мой. Диана сказала, тебе нужно ожерелье. Не потеряй его. Ты вернешься? Я буду рядом. $37.50 за ночь и без гулянок. Алло. Таха, надо встретиться. Твоя слава тебя опережает, друг мой. Восхищаюсь теми, кто не боится срать там, где жрет. Тебе, наверное, нужны какие-то сведения. Я готов сыграть на твоей стороне. Но сперва я тебя кое о чем попрошу. Ты слушаешь? Клёво. Тут есть один выскочка, зовёт себя король Чайнатауна. Да-да, не самый скромный товарищ. В общем, я хочу, чтобы он ушёл в отставку. Ну ты понимаешь, о чём я? Шагу. Он редко бывает один, разве что встречаясь с барыгой рядом с площадью. А в ближайшем переулке у него стоит крутая европейская тачка. Вот и все, Мика. Позвони мне, когда закончишь. Идет? Нечего тут жопы просиживать. Да никто не должен попасть в эту жопу. Эй, полегче! Тут другие люди ходят. Бегови. Торопимся, да? Добрый день. Жареные овощи с морепродуктами! Все свежепоймано или свежесорвано! Сукияки! Терияки! Сэр, автобусы раз в 10 минут. Эй, поехали, не готовы. Надо ждать.
Эй, красавчик. У нас любая рыба. Пахучая рыба, вонючая рыба. Спасибо большое. Приятного вам дня. Хочешь, окей. Все любят рыбу. Здоровая еда. Вы нарушаете закон. Мадам, спасибо, что вы нас ждали. Все готово. Эй, приятель, где пожар? Эй! Лучшие цены чай на Тауне! Свежий форель! Очищенные креветки! Свежие только свежие овощи! Закусите креветки! Все готово! Добрый день, сэр! Все очень вкусное! Рыба! Моллюски! Кальмары! Вот это работа! Овощи с морепродуктами! Эй, помедленнее, браток! Справился. О, ну вот опять. Мастер я или не мастер? Посторонним сюда нельзя. Что-то не чинится. Слышал выстрелы. Вали-ка ты отсюда. Сейчас такое начнется. Диспетчер, вижу его! Thank you.
Тут жопы просиживают. Сюда никто не должен попасть без разрешения. Спасибо, что подождали. Все готово. Здесь работает полиция. Хотите худеть? Ешьте рыбу. Я знаю, что... Спасибо. Так, а кто следующий? Набейте живот. Вам понравится. Как дела? Я все расскажу. Жареные овощи с морепродуктами! Все свежепоймано или свежесорвано! Рыба! Моллюски! Кальмары! Здрасте. Эй. Подайте монетку старому дураку. Кофе! Скотина! Вина к маме. Вина, как он кьен-то кьер. Си, ми амор. Что принесло твою мрачную лысину в мое жилище? Мне нужна информация. Так это же мой бизнес. Информация. Тебе нужна информация? У меня и она бесплатно, есть. Бесплатно, конечно. О, ты чертовски прав. Не бесплатно. Девушка зовут Виктория. Агентство ищет ее, я хочу знать зачем. Не-не-не-не-не-не, стоп. Агентство? Я должен сунуть нос в дела агентства? Ты чего, псих? Да, ты псих. Ну ладно, и сколько ты готов выложить? Назови свою цену. Ну... твои... инструменты. Что говорят на улицах? Если кто-то упомянет девушку, ты знаешь, что делать. Я тебе позвоню. Позвонишь.
ты ждешь? Чего же? Но есть шанс. Я бы отрядил одну из команд, но эта работа не для Молота, а для Скайлера. Я 47-й. Зачем ты это сделала? Беги вместе с ней. Она не должна стать такой, как ты. Мне с ними больше не по пути. Обещал Диане защитить тебя. Да. Терминус отель. Комната 899. Задал своим птичкам вопрос, амиго, и в ответ мне донеслось имя Блейк Декстер. Один из тузов на рынке оружия недавно очень интересовался твоей девочкой.